Все со мной тоже. Приобретенное проклятие – это когда не предки, а когда ты был связан с дьяволом. Когда ты гадал, когда ты шаманил, вызывал мертвых, когда ты конкретно водил порчеря, когда ты ходил к гадалке, сам гадал, ходил к гадалке, это одно и то же. Когда ты приходил к гадалке, ты становился под власть дьявола. И эта власть дьявола никуда не делась. Так это было, когда я была молодая, а сейчас я уже там, мне там 40, 50, 60, 70. А послушай, время демонов не убирает, время грехов не стирает. Это все можно только через кровь Иисуса Христа, через принятие слова. И сегодня это будет. Ваша жизнь может измениться. Вам может быть сейчас 75, 80. Но ваша жизнь, когда изменится, вы проживете следующие 20 лет, а может и 25. Проживете в радости и победе.